И начнем с жарких выходных. Эти новогодние праздники недобрым словом будут вспоминать спасатели. Сегодня в МЧС области подвели итоги. С 1 по 9 января в Поморье произошло более 100 происшествий. В том числе зафиксировано 20 пожаров. Самая частая причина – пиротехника. Либо неправильно зажигают, либо купили некачественные фейерверки. А вот что стало причиной небольшого взрыва во время новогоднего салюта в Северодвинске, пока выясняется. Один из запусков разлетелся в разные стороны прямо на земле. Раненых, к счастью, не зафиксировано. А в Архангельске один из зарядов любительской пиротехники попал в квартиру. Там вспыхнул пожар. Но никто не пострадал. А в Емицке накануне горело столовое. Здание деревянное, но не старое. Ему всего 10 лет. Очаг возгорания пришелся на второй этаж. Повреждена кровля, перекрытие, стены. Пострадавших нет. Причина пожара предварительно неисправность котельной. К слову, в прошлом году за новогодние каникулы в Поморье произошло 50 пожаров, что в два раза больше статистики этого года.